Колиус и Цинерария. Многие названий таких не слышали, но привыкли любоваться этими цветами в парке Москворецкий. Сейчас зоны отдыха закрыты для посещений. Коронавирус. Но пандемия не повод забрасывать парк, так считают в Центре культуры и досуга Москворецкий. С самой весны начали уже за многолетниками ухаживать. Иначе сейчас все было бы в траве, ничего не найдешь. И вот как только трава пошла, начали окашивать сразу. Потому что нельзя забрасывать все равно парк. Иначе будет некрасиво, и мы потом не доберемся, когда откроют для посетителей. Люди придут, а что у нас в парке будет? К снятию ограничений все должно быть готово, чтобы воскресенцы наконец-то могли насладиться тишиной и спокойствием, отрешившись от былых вирусных тревог. Парковое хозяйство получило 10 тысяч растений и цветов. Клумбы не останутся пустыми. Колиус, петунья, цинерария, бархотки. Вот такие цветы нам привезли. Рассада очень хорошая. Первый год такая рассада. Очень хорошая рассада. Нам прям нравится очень. Ее даже приятно сажать. Приводят в порядок лавочки и заборы. Надписи «Осторожно окрашено» жители не увидят. Все высохнет к открытию. Минимальный плюс. Окос и прополка – также еще одна забота сотрудников Центра культуры и досуга «Москворецкий». Поделились и планами. Возможно, в скором времени в парке появятся две новые горки – шахматный стол и стол для игры в пинг-понг. Скорее бы уже насладиться видами легально, без боязни получить штраф. Александр Иванов, новости из Искровект.